А-а-а, срачевник. Нет, свекровь не может спокойно войти. Надо обязательно что-то устроить и за собой не убрать. А Наташа потом перепрыгивает, перепрыгивает, перепрыгивает. Да? Убираешься, 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 убираешься. А тебя приходит и хулиганит. Наш с вами цветочки, цветочки. А что тут? Один пустой стаканчик. А куда делся? Авокадо. У нас с вами вот авокадо. Еще стоит в воде. И вот этот авокадо. Сейчас мы с вами ждем, пока вот этот авокадо начнет нормально расти. Потому что что-то произошло, и он, короче, цветочек у него больше не растет. Он почему-то молчит, но поднимая, тут поднимаю, вон, видите, есть белые крышочки появляются. Значит, он растет, значит, все хорошо. Будем ждать, пока у него появится зеленый листочек. Я хочу 3 авокадина посадить в один примерно такой горшок побольше чуть-чуть. Вот, а вчера я, правда, без вас, наконец-то вытащила вот этот цветок из большого горшка, потому что он один там сидел. Я все боялась, не хотела. Но вчера я наконец-то его вытащила оттуда. И вытащила еще вот тут вот цветочек. Тоже из большого горшка вытащила, потому что они очень много места занимают. Они чуть-чуть в воде у меня постоят пару дней. Я посмотрю, нормально ли все. Ну, вроде вот тут нормально. И хочу пересадить в маленькие горшочки. Чтобы они много места не занимали. Ну, вот этот вот. Не знаю, как он оклемается там. Но здесь все хорошо будет. У меня такие опять появились большие-пребольшие заросли. Заросли. А у авокадо, кстати, косточка вот здесь вот. Вот она. Почернела. И вот тут, кстати, вот я сейчас смотрю. Прям такой ствол становится, как у дерева. Корявый такой. Как вот здесь, кстати, вот тоже. Надо всем земельку, короче, там менять. Не знаю, наконец-то у меня теперь тут стоит стол, и я могу здесь пересаживать. Надеюсь, что я в ближайшее время все же до них доберусь и пересажу. Вот, остальные авокадо молчат. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ну, 2, наверное, навряд ли будут что-нибудь. Вот. А вот тут у нас в розовом гибискус. Он что-то это плохо стоит, падает все равно. Еще слабенький. Там еще 2 гибискуса у меня осталось. Тоже я буду, хочу пересаживать на днях. Посмотрим, когда я это буду делать. Ну, смотрите, как классно. Я бы, конечно, все это поставила и к Диме в комнату, и к себе. Но Дима снесет все это. Пока что это все у мужа в комнате стоит. Пока так. И срачевник. Как же без срачевника? Вот так вот. Там уже это... Вчера у меня мама была. Мы тут все поразгребали вот здесь. Вот все перенесли в коридор. С мамой вдвоем вчера выложили подложку вот такую. До мастера нашего не дозвонились. Он пропал. Все. Вот почему так вот? Я не понимаю. Вот честно. Есть работа появляется. Почему не прийти, не сделать? Деньги же заплатят. Нет, просто исчезает. Мастер, допустим, который в туалете на плитку клал тоже. Он знал, что мы будем делать ремонт дальше. Тем не менее, он исчез. Не дозвониться до него. Они добавляют, видимо, в черный список, что ли, эти номера, у кого дел. Хотя другие дозваниваются. Не знаю, странно все это. Почему так? Пришлось самим это делать. И здесь вот это склеила мама. 2 линолеума холодной сваркой. Здесь у нас потолок. А, еще у нас проблема появилась с счетчиком. У нас счетчик, вот эта вот штуковина желтенькая, которая шипит. Сначала начала шипеть, когда свет включался в ванной, и моргать. Сегодня она зашипела, даже не был нигде свет включенный. Не знаю, что с ним такое. Придет электрик, наверное, неделя. Но вот этот счетчик менять я вообще не хочу, мне все устраивает. Не знаю, может, ту вот штуку он просто поменяет. И заодно нам надо лампу здесь поставить. О, дел полно.